штабе Одинцовского местного отделения партии «Единая Россия» прошел партийный час. Партийцы обсудили отработку обращений, поступивших в приемные на территории муниципалитета, и реализацию партийных проектов. Одной из главных тем встречи стал общественный контроль за организацией школьного питания. Одинцовские единороссы включаются в эту работу в рамках проектов «Новая школа» и «Народный контроль» при поддержке родительского сообщества.